Дорогой виноградарь, я вас приветствую из города Липецка. Хочу представить вам гибридную форму Рамина. Как вы знаете, в этом году возвратные весенние заморозки немножко потрепали виноград. Вот. Ну, это у всех почти. Вот смотрите, на данный момент эта гибридная форма созрела. Да, здесь не такие прям суперские грозди. Но это первый урожай этой гибридной формы. А так, ну, грозочки будут, ну, грамм по 600, 700. Да она и этого, вот что завязалось в этом году, можно попробовать. Сказать вам по-честному, сейчас я попробую. Знаете, мякоть, мясо, ну и сок есть, ну так, а вкус какой, здесь что-то намешано, не мускат, но что-то намешано такое очень приятное. Ну, по типу карамели. Очень достойная форма. Ну, большинство виноградарей говорят, сколько там в ягоде косточек. Скажу вам по секрету, я ем вместе с косточкой. Ну, иногда выплевываю, а так, ну, я не считаю, сколько косточек в ягоде. Очень рекомендую, очень. Сам куст, ну, считайте, среднерослый. Вот. Ну, может быть, с набором древесины будет сильно рослый. Вот. Нет, ребята, очень хороший. Из-за вкуса. Ну, даже если не будет какой-то там обалденной грозди, там, за килограмм, за полтора. Но вкус, конечно, такого винограда можно вот за один присест, семья может съесть, ну, в ведро. Очень приятный и очень хороший послевкусие. Очень хороший. Так что очень рекомендую иметь на своем дачном участке. Напомню, сегодня 18 августа 2024 года. На связи был Сергей Деков. Нашего дачного участка из города Липецка. Все, пока-пока.